Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Форум, Фуфло какое-то, Дэн, Гусанек, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Привет, усики. Приветики, омлетики. Всем здорово, йоу. Ребята, сегодня очень классный ролик, потому что я буду играть за бешеную и очень злую бабку Грэнни. Пацаны должны будут забежать и остаться в живых. Если опять не кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Держи пульт. Они уже там все готовят, ну я знаю, что они так быстро не убегут. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят. Каждый день залетайте на наш Дискорд и Инстаграм, пообщаемся. Мне кажется, он где-то там. А я вас не вижу. Блин, ключ нужен, собираем. Да? Кстати, Серега, вышла Грэнни карта на 300 мегабайт, надо будет ее проверить. Ой. Проверим что? Обязательно. Я упал в... Тычки, ничего. Так, это я. А, я знаю, где вы. Я иду туда. Где? Вот, вы на улице. Ну да. А, фух. А я тут никого не вижу. Саня, там тупики. Серега, ты там ищешь какие-то предметы, да? Да. А, будка закрыта. Вы видели тут будка у собаки? Какая-то мега-гигантская. Да. Вот, мы нашли уже. Приросток псина. Вы еще ни разу на колокольчик не наступили? А это ты наступаешь? Ну то я, да, я ж не могу про... А! Наступил! Ой. Наступил! Наступил! Эй! Кто стрельнул? Кто громкие звуки? Нельзя же громкие звуки издавать. Тут ничего нет. Я слышу, кто-то стрелял по мне. Да. Ой, это не я был, точно. Я еще слышу выстрелы, так, я уже должен двоих убить. Пацаны, чем больше шумов... Ой-ой-ой! А ты зачем стреляешь? Ой-ой-ой, блин, нифига себе, здесь карта запутанная, ничего себе, эй, быстро, иди сюда. А я тут смогу пройти? Блин, я не могу невидимым вставать, было бы классно, если бы я мог невидимым вставать. О боже, Дэн, ты чё так пугаешь? Ой-ой. А вот он. Где? Вы еще? Вы чё, вы войну решили? Мы же должны сбежать, калитки. Ой, кто там стреляет? Отлично. Мы убегаем. Бежим. Ты чё, ворот? Я не знал, что здесь открываются калитки эти окна. Так, еще твоих должен убить. Так, деревяшкой сломал. Так, я вижу молоток. Ты жопа. Серега, беги. Так. Вы че, я не могу никого убить. Ой, стойте, надо мне немножко так прицел вправее сдвинуть. Дай-ка. Вот, а вот теперь, Да дай пройти, Саня. Так, но в любом случае, они сейчас придут к дверям. У них других вариантов нету. А, я тут нажму? А, не, ничего не работает. Ты чё, по... Привет. Они кидаются во мне люстрами вонючими. Бежим, Саня. Бежим. Фуфлик. Фуфлик? Серега! Серега! Еее! А вот еще какая-то записка тут лежит. И на кухне там в шкафчиках куча предметов. А если я возьму эту штуку и кину на веревку, она будет работать? Дэн, проходи. А нет. Есть, Серег, все, всех убил. Теперь жду опять ваших шумов. Кто шумит, стреляет или колокольчик, буду мочить всех. А, кусачки уже Серега притащил? Это да. Я притащил. А нет, это... Стой, это Серега. Это я принес вообще-то их. Я слышал, ты шумел. А так что вы... Откуда вы эти предметы? Вы что, А там дырка, ты из дырки сбрасываешь, да? Нет, я со второго этажа сбрасывал. Смотрите, как они тихонько идут. Ну ладно, никого я трогать не буду. Я слепая старая пожилая женщина. Вы же понимаете, вы когда стреляете, я убиваю обычных людей, кто рядом, я же не знаю, кто шумит. Так что вы, получается, когда вы стреляете, вы подставляете и Серегу, и Гусанька, и Форума, вы всех подставляете. Что за инвалид там? Ну, я хочу, чтобы у вас была командная игра, и вы переживали. А то, получается, кто-то один веселится, угорает, а другие страдают. Ну, это нормально? Да что ты там берешь? Это что ты уже там взял? Молоток есть. А, вы уже убрали одну досточку, да, вроде бы? Или что-то тут было еще? Там досточка была. Блин, это плохо. А что, на колокольчик не хотите наступить? Нет, интересно. А если я возьму картину и кину прямо вот так вот?
Не, не работает. О, ключ! Да ты что, где? Мухи летают какие-то. Че, не работает, кусачки? Нет, сработано. Видишь, зелененькая мигает. Эй! Эй! Блин, они сейчас бегут, я хочу их всех убивать, много тысяч. Я кусачки ваши утащил в другое место. Так они уже не так надо. Они уже не нужны. Блин, я хотел... О, блин, я знаю, где лежат предметы, я сейчас буду их ныкать. Не знаешь? Знаю. А я так, ключ кидай. Нашел. Кидай вот эти. А вы говном, да, решили кидаться? В тебя закидать говном. Колокольчик! Отойди! Ой! Нажали, я слышал! Бежим! Так, ну что? Кто колокольчик нажимал? Кто хочет умереть? Я! Ой! Так, хорошо. Они же все равно к дверям придут, понимаете? У них других вариантов нету. Так, это я. Ну, я знаю, что кто-то из вас сейчас должен пострадать. О, если я возьму другую бабку Грэнни, она может невидимой становиться? А, бабки Грэнни вообще невидимой не могут становиться? Да. А я что-то думал, что она может невидимкой стать. А все игрушки тебе. А, вот так, да, ты заговорил? Да. Хорошо. Да. Я иду. Санёк, ты куда? Посмотри, для чего. Ну, убить тебя хочу. За что? Не знаю. А колокольчик же кто-то нажал? Так это не я. Какая разница мне, я должен тебя убить. Лично. Ну найди. О, тут сейф есть, пацаны, ключ от сейфа есть у вас? А? Есть какая-то. Так я ловно. Колокольчик слышал? Или нет? Тебя уже мерить. А, я когда я убиваю игрока, вот такой звук похожий на колокольчик там есть. Угу. Вы опять говном кидаетесь по мне, вы чё? Я буду бить, если вы будете говном кидаться, я буду орать на вас сильно. Так иди к двери. Так иду орать. Да тут дрешо! Зараза! Ой, пацаны, тут ключ кто-то потерял, я его сейчас заныкаю. Убирайте ему, он в подвале. В подвале? Да, вон Дима, какашками в него кидайтесь, он убегает. Я ключ ныкаю. Не заныкаешь, там тупик. А я его за текстуру сейчас как-то забагаю. Еще будет кто-то лезть? Нам он уже, кстати, не нужен. Да, я тебя обманул, Дим, он для сейфа только был. А сейфу не трогали, сейф так и стоит закрытый. Ну я его заныкал, теперь чтобы вам туда пойти, вам надо через меня пройти. Не обязательно. Не? Не. Что? Нет. Тут еще ниже есть. Так, получается, этот шкаф, где можно ныкаться. Это ворота для того, чтобы открыть машину, да? А это? Да хватит говно кидать сверху, кто там кидает? О, а что это за туман тут? Вы видели пар какой-то? А, это как сауна, это что? Это банька. А? Странно, в баньке такая дверь треугольная. А что банька вообще в подвале делает? Это бабка Грэнни. Я мусор накидал возле двери, теперь бабка Грэнни не пройдет. Ты уверен? Зачем это говно? Она прошла. Ребята, вы про меня... Да-да-да, это при смерти такой звук колокольчика есть. А что вы колокольчик плохо жмете? Так, в следующий раз мы пойдем записывать на другой карте, только я возьму 8 человек. Вот это будет угарчик там. Блин, извини, я просто привык убивать тебя всегда. Мне нравится Спанч Боб. Че, пацаны, сколько вы, половину уже проделали пути? Нет, доска еще. Получается, что у нас еще? Один замок. А, не, просто две заслонки и все? Получается. А вы говном будете по мне постоянно кидать, да? Да. Вы понимаете, я весь в дерьме, вокруг меня мухи летают. А что ты не кричишь? Ты кричать собирался. Ну я убиваю и кричу при этом. Так, а эти все предметы, которые тут валяются, они вам уже не нужны? Поверь. Ты уже и хочешь склептоманить. Я уже выкидываю и все. Давай. А это что за доски вообще? Колокольчик! Вы молодцы! Это ради Спанч Боб вам очень хорошо помогает. Я хотел в подвал пробежать. А если получилось. Смотри, если мы сделаем вот так вот. Если. А что ж. Кто нажал колокольчик? Ты нажал! Ты я? Нажал. Я не нажим. Разве? Ты нажал. Блин, я хотел, знаете, что сделать? Положить двери и по дверям пройти. Будет звук колокольчика? Ну-ка.
Блин, она двигается, говно. Так, пошел дальше предметы ныкать. Саня. Да. А можно сейф открыть? А вы что, удалили еще одну перегородку? Вы что, удалили через сейю? Кто? Ну тут была, этот, заслонка. Где? Ну вот тут на дверях. А, это зеленая? Так вот же разблокировали. А, да? Да. Это не я нажимал. Кстати, Серега, ж веревка еще на улице есть. Может, на улице кто-то колокольчик жмет? Да. Потому что я не касался. Так тебе надо туда идти проверить. Нет, я буду стоять возле двери, чтобы вы не открыли ее. Ладно, через подвал свалим. А, получается, два варианта есть? Можно через подвал, можно... А что я через подвал никогда не знал, что можно? А там для плееров, нычка. Нет, там можно на машине уехать. На лодке, по идее, на лодке. Ну, на лодке тоже, да. Че, колокольчик никто не наступил? Наступил. А че я не уступил? Да вы говном кидаете, он у меня крякает в ушах. Вы, получается, замаскировали звук говном, понимаешь? Да это нечестно, я так не должно быть. Там есть что-то, Серёга? Блин. Ну-ка. Что там, Серёга? Я знаю, как мне пройти туда. Ой. Опять Диму говном закинул. Да вы задрали, говно чистое. Иди, Дима, я боюсь. А что там, есть Саня, что-то в этом? Дверь. В колодце какая-то кабака есть? Да, есть. Да вы задрали говном кидать. О, дай арбуз попробую поломать. Колокольчик! А вы Дэна подписал. Колокольчик! Ей! Ей, я буду всех мочить! Дима бешеный. Ты нормально говно ест? Ребята, Форум, Дима... Знаешь, ребята, Дима где? Я возле колеса. Какой? Дэн, посмотри, где входная дверь. На улице? Которую нам надо открыть. Открыть которую. Ой. Я иду до Сереги, я знаю, где. Я знаю, где Серега. Сейчас он возле машины. А где он? А где он? Скажи, где он? Ну, возле машины. Не знаешь, Дим, где он? Нет. Нет? Нет. А что это дверь? А, дверь можно, по сути, удалить эту. Понял. О, а что за рубильник здесь? А, это пар. Включать-выключать. Офигенно сделано. Колокольчик! Слышу! Ой, ой, Дэн, извини, ты просто сюда рядом, когда тут колокольчик живет. Кто? 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 Это ты! Да нет, я не успел дойти до колокольчика, он же... Вы что манекенов сюда? Доски, кусачки, это... двери, молотки, манекены, спанч... А это что за штука? Розетки какие-то, палки... И это, получается, вы все... Кто только что нажимал на колокольчик? Я же слышал. Я. Нажал, 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 нажал! Вы специально это делаете, пацаны? Извините, ребят, подписал вас. Густанёк чертила вонючий. Смотри, смотри. Юзай розетку. Давай. Ай, да Саня, не... за что? Да не сюда это розетка. Ой, всё, ё-моё. Нажали, нажали, нажали. Тихо, Серёга, проходи. Так, вам еще остался... А чё, дверь уже должна открыться, уже ж вы все замки сняли. Не, не, код. Нет, видишь еще кодик такой? А-а-а. А я понял, для чего ключи могут быть. А какой код? Узнай. А у меня написано, что я могу стать невидимым. Так стань. А у меня написано клоак 0-0 секунд. А как, подожди, а как невидимым вставать? Клоак 0-0 секунд, это на 0 секунд. Ну нет, нельзя за бабкой не вставать невидимым. Не, я помню, можно было, серьезно говорю. Я почему и помню. Может другой пилпак. Че, пацаны? Сейчас пройдем, Дим. Давайте, если вы сейчас за 2 минуты не сбегаете, я победил. Ого. Как нам? Так, сейчас. Дим, дай ключ вот этот. Я примерно знаю, куда он. Серега, наступи, пожалуйста. Вот, я тут, я... Что? Я открыл. Изи. Да вы задрали. Да нет, 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 стой, 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 стой! Серега, ты нажал через С, открыл! А! Нет, нет! Yes! Нет, я должен был выжимать за бабку! Нет, я на С не нажимал. Серега, ну как ты так быстро ты открыл?
Я кинул предмет просто. Ё-моё. Получается, вы победили? Да. Получается. Короче, ребята, в следующий раз, когда мы эту рубрику будем записывать, а мы ее по-любому будем записывать, я, во-первых, я возьму 8 человек, мы возьмем больше карту, и я с самого начала ролика установлю временной диапазон, по которому они должны будут вписаться, чтобы открыть дверь. Я надеюсь, что у них не получится, я сделаю 1 минуту. Ладно, 10 минут сделаю. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. Всем пока.